Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, встречаю вас в 35-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке я хочу вам показать эффект с меню. Опять смотрел шаблон, сделанный на Gridbox от разработчика, и здесь увидел интересный эффект именно с этим хедером с меню. Смотрите, изначально, когда у нас ползунок наверху, мы видим расстояние от верха до этой подложки с меню. И если мы будем прокручивать за ползунок сайт вниз, то у нас красиво анимационно шапочка вот эта вот с меню, она у нас прилипает. Вы сейчас это видите к верхушке сайта, к верхушке браузера. И по краям также расширяется данная подложечка. Конечно же, посредством Gridbox такое сделать нельзя, поэтому мы будем внедрять код. Давайте реализуем такое на сайте. Переходим на сайт, который мы с вами делали. Давайте посмотрим в хедер. Во-первых, подложечку давайте затемним, чтобы было видно эффект. Ну, например, сделаю так. Сейв. Дальше убедимся, перейдем в хедер. Что у нас здесь? Или абсолют, или зафиксировано. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Дальше мы с вами откроем документ с кодом. Данный файл я приложу под это видео, ссылочка, чтобы вам от руки не писать. И здесь нам говорится подсказочка. Смотрите, нам нужно зайти в header, custom code, и в поле класс суффикс добавить вот такой класс. Ну, давайте добавим. То есть мы переходим с вами в общие настройки, header, custom code, класс суффикса здесь пропишем. Далее смотрим, открываем CSS редактор и добавить код. Смотрим, какой код. Код ниже. Аккуратненько целиком все копируем. Вот так. То есть здесь же CSS, Open Editor. Если есть какой-то код у вас здесь уже, то с новой строки где-то ниже вы вставляете save. Так, мы сохранились, а обратно заходим в эти настройки. Открываем документ, смотрим, что здесь дальше. Открываем JS редактор и добавляем код. И здесь аккуратненько все копируем. Тут достаточно длинный код, вот так вниз тянем. То есть вот так вот все абсолютно нужно вот этот код скопировать. Ничего не пропустить, иначе не будет работать. Очень внимательно. И открываем здесь ниже, видите, JavaScript внизу. Open Editor. И вставляем здесь код. И Save. Дальше смотрите, какой момент. У нас здесь не должно быть элементов никаких. У нас здесь социальные кнопки. И вот здесь вот все-таки нужно выставить, если абсолют стоял, fix it, зафиксирован. Вот так, как у меня. Сохраняемся. И вот эти вот моменты я удаляю отсюда. Они мешают нам прилипнуть вот этому меню кверху. Поэтому я эти кнопочки все удаляю. То есть мне не нужно сейчас над меню никаких элементов. Я все удаляю и сохраняюсь. Так, далее. Смотрите, все-таки, наверное, затемню я еще больше, чтобы лучше было видно подложку под меню. Так, обновляем сайт, смотрим. У нас, в принципе, работает. Смотрите, я прокручиваю сайт, и меню прилипает как бы кверху. Изначально оно не прилипает. Но по краям здесь такая ситуация, что у нас меню не раздвигается, как в примере. Я допустил ошибку. Смотрите, это все дело в закрашивании вот нашего подложки. Нужно не здесь вот закрасить. То есть мы здесь возвращаемся, убираем. А нам нужно именно в контейнер пройти вот сюда, в общий. И уже здесь background мы делаем затемненный фон и save. Обновляем сайт, смотрим, здесь слева и справа есть расстояние, сверху тоже есть расстояние, а при прокрутке меню прилипает и сверху, и слева, и справа. У нас с вами все получилось. Вот такой вот красивый эффект можно сделать благодаря вот такому коду очень быстро и легко. Надеюсь, этот урок для вас был полезным. Если так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте, подпишитесь, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании этого видео. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы
поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.